Да, предназначена ей. На данном этапе это лидер нашей сборной. Лесяна Тяшева тоже поменяла абсолютно все свои композиции к этому сезону. Не сумела зажать булаву. Кабаевой прыжок в захват ногой. Что ж такое валится там? Вот поворот на животе выполняет только Лесяна Тяшева и получает за него надбавку в полбалла. Вот что касается ошибок, то были две маленькие потери. Судьи за них снимут по 10 за каждое. Но, в общем-то, это вполне объяснимо. Потому что вы представьте, что Лесяна Тяшева до этого всегда выступала вторым номером или третьим номером. Однажды она вместо Ирины Чайшиной выступала на Гран-при, в другой раз она выступала в команде на чемпионате мира в Мадриде. Но всегда она была за спинами тогдашних наших лидеров.